допустим, у него проходят сотни миллионов баллов ежедневно, и учитывается только 50 миллионов, а все остальное просто уходит в общий котел и распределяется между всеми. Ну, они не рассматривают то, что они это теряют. Потому что политика такая, то, что 50 тысяч долларов в день должно хватить любому человеку, чтобы обрести полную свободу. Так. Хорошо, давайте еще раз по уровням дистрибьюторства. Торговый представитель – 10 тысяч личных баллов. То есть это то входное требование, которое нужно, чтобы ваши групповые баллы начали учитываться, чтобы вы могли выйти на заработок. И дальше поднимаемся. Агент – 300 тысяч личных баллов, либо обороты за предыдущий месяц и так далее. То есть мы рекомендуем всем, если есть такая возможность, если уже структура выстраивается, до открытия в Казахстане накапливать свои личные баллы, чтобы когда вы уже подали на верификацию, чтобы вам за ваши бинарные шаги не выплачивали урезанные выплаты. Потому что если вы будете торговым представителем, за бинарный шаг будет выплачиваться 20 долларов. За агент – 60 долларов, в 3 раза больше. Специальным агентам, то есть 700 тысяч личных баллов, мы рекомендуем набирать только тем людям до открытия, которые планируют либо открыть образовательный центр, потому что это одно основное требование. Каждый человек, каждый партнер в Атоме может открыть образовательный центр. Дело это не очень прибыльное, сразу скажу, потому что там очень много работы, очень много ответственности. И нужно понимать, как все это устроено, что это из себя представляет. Об образовательных центрах мы тоже поговорим чуть попозже. То есть два случая, когда нужно накапливать 700 тысяч личных баллов. Либо вы хотите открыть образовательный центр, либо вы хотите намеренно выходить на уровень мастер-продаж. О мастерстве мы поговорим буквально вот сейчас. А свыше 700 тысяч, вот 1,5 миллиона, допустим, набирать, только естественным образом. То есть здесь не нужно делать никаких вот таких закупов ненужных, это вот 100%. Только если вы естественным образом набираете, окей, получается, это количество баллов можно стремиться набрать, если вы планируете, допустим, стать сразу бриллиантовым мастером. Вот открылся Казахстан, и вы сразу стали бриллиантовым мастером. Тогда о мастерстве мы поговорим буквально сейчас. Так, у кого-нибудь есть вопросы? Вот по бинарным шагам, по уровням дистрибьюторства. Вопросов нет? Презентацию надо дать тоже. Презентацию? Да. Так, ну я думаю, это возможно. Так, окей. По вот этому есть вопросы? Да. Не важно. 700 тысяч баллов – это для уровня дистрибьюторства, вы имеете в виду? Да, да, личных баллов. Уровень дистрибьюторства – это отдельная тема. То есть вот уровень дистрибьюторства, два способа его заработать, этот уровень. Либо личные баллы, либо обороты. То есть это отдельная тема. Бинарные шаги – это другая тема. То есть за бинарные шаги вы получаете деньги. Уровень дистрибьюторства позволяет вам получать больше денег. То есть дает вам доступ к более высоким бинарным шагам. Бинарные шаги считаются для всех одинаково. То есть идет подсчет оборотов ваших. Как только у вас достаточно баллов для бинарного шага, у вас фиксируется бинарный шаг. То есть если на конец дня у вас более 300 тысяч, вот допустим, вы специальный агент. На конец дня, допустим, у вас слева 300, справа 400. То есть у вас накопилось достаточно для фиксации вот этого бинарного шага. 300 тысяч баллов. Вы получаете свои 60 долларов. Чтобы иметь уровень специального агента, вот должно быть такое слово сильное просто, чтобы уровень специального агента иметь либо 700 тысяч личных баллов, либо обороты в предыдущие месяцы. Для того, чтобы фиксировать бинарный шаг в 300 тысяч, нужно быть либо торговым представителем, либо агентом, либо специальным агентом. При этом торговый представитель получает за это 20 долларов, агент, ну и все остальные за этот бинарный шаг получают 60 долларов. Получается, если на конец дня у вас, допустим, слева 700 тысяч, справа 600 тысяч, у вас все равно фиксируется этот бинарный шаг, потому что ваши меньшие ветки 600 тысяч, то есть до 700 вы не дотянули.
Если у вас меньше ветки 700 или более на конец дня, тогда вы фиксируете этот бинарный шаг и получаете $120. Пока я советую сильно не углубляться вот в вот эти вот большие бинарные шаги. Для начала нужно просто понять механику, как она работает. То, что все покупки, которые делают ваши партнеры, а все они суммируются. Как только накапливается сумма, достаточная для фиксации бинарного шага, фиксируется бинарный шаг, вы получаете свою денежку. Если у вас на конец дня накопилась достаточная сумма для этого минимального бинарного шага, вы получаете соответственно. Если на конец дня у вас накопилось больше, получается за один день прошли вот эти обороты, то вы получаете эту денежку. И на следующий день подсчет начинается с нуля. До момента фиксирования вашего следующего бинарного шага. По бинарным шагам еще раз всем все понятно? Отлично. Давайте тогда поговорим о мастерстве. Бинарные шаги – это один вид выплат в Атоме. В Атоме существует два вида выплат. Первый – за бинарные шаги, второй – за уровень мастерства. По бинарным шагам идет ограничение в $50 000, о котором мы говорили. По мастеру продаж ограничение уже сложно посчитать. Здесь зависит от количества мастеров продаж, там математическая формула. Тут тоже все зависит. Получается, что нужно, чтобы стать мастером продаж? Что? Да, вам нужно построить сеть потребителей. То есть мастер продаж – это первый ранг, первый уровень мастерства. Всего уровней 7 в компании. Получается, каждая квалификация может зафиксироваться 2 раза в месяц. То есть идет подсчет с 1 по 15 число и с 16 число по конец месяца. Чтобы стать мастером продаж, нужно быть специальным агентом. Специальный агент, помним? Третий уровень дистрибьюторства. Да, и им набрать за вот эти вот полмесяца, за 2 недели, можно сказать, 2,5 миллиона баллов или более. Поставьте, пожалуйста, телефон на беззвучный режим, чтобы никого не отвлекать. Итак, 2,5 миллиона баллов вы набираете слева, справа. За полмесяца вы специальный агент, вы получаете свой первый ранг – мастер продаж. Здесь наглядно посмотрим, получается, вот, допустим, возьмем апрель 2019 года. Вот с 1 число по 15, все обороты, которые проходят вот с 1 по 15 число, они идут в учет. То есть это отдельный подсчет, это не касается бинарных шагов. Бинарные шаги считаются отдельно. Уровень мастерства считается отдельно. Неважно, как у вас проходят здесь баллы, как фиксируются шаги. Если в сумме за все эти дни у вас накапливается более 2,5 миллионов баллов слева-справа, то вы получаете звание мастера продаж. Здесь вот посмотрим такую лестницу небольшую. Партнер в среднем зарабатывает от 500 до 1000, от 500 до 1000 долларов. То есть пока человек еще не поднялся на уровень мастера продаж, в среднем около $500. Когда человек поднимается на уровень мастера продаж, то его средний заработок уже от 2 до 4 тысяч долларов. И он получает подарки. Это 5-ступенчатая система ухода за кожей Frame. Это вечерний набор, 4-фазный набор по уходу за кожей. И Himachim. То есть эти подарки вам придут, скорее всего, в ваш образовательный центр, к которому вы будете прикреплены, на ваше имя. Далее, бриллиантовый мастер уже получает от 5 до 15 тысяч долларов в месяц. Требования для того, чтобы стать бриллиантовым мастером, уже не иметь обороты, а иметь мастеров продаж в вашей структуре. То есть именно вот эта система, она целена на то, чтобы спонсоры помогали своим партнерам выходить на заработки. Потому что вам очень сложно выйти на заработок более 4000 долларов, если у вас в команде никто не зарабатывает. То есть чем больше зарабатывают люди в вашей команде, тем больше зарабатываете вы. То есть здесь система построена, еще раз повторюсь, таким образом, чтобы помогать своим лидерам выходить на вот эту первую ступень. И как только человек выходит на эту ступень, дальше уже все идет по накатанной. Идет такой снежный ком, идет прогрессия. То есть бриллиантовый мастер получает те же подарки, что и мастер продаж, плюс ноутбук или планшет на выбор. Мастер Шаронской розы получает путешествие на 3 ночи 4 дня и 2 миллиона вон. 2 миллиона вон – это примерно $1850. Мы будем получать денежки эти в рублях. В рублях я не помню точное значение. То есть мастер Шаронской розы уже получает в среднем от 10 до 30 тысяч долларов в месяц. Следующий уровень мастерства – это стар мастер. Подарок идет круиз
на 10 дней, если не ошибаюсь, примерно 5 тысяч долларов, то есть 5 миллионов вон. И заработок стармайстера от 30 до 50 тысяч долларов. Получается, Royal Master получает заработок от 50 до 70 тысяч долларов в месяц, также круиз, денежки 50 тысяч долларов и карточка. Корпоративная банковская карта, на которой каждый месяц у вас есть 2000 долларов на карманные расходы. То есть каждый месяц эта карта пополняется до значения в 2000 долларов. Обналичить эти деньги нельзя, карту у вас никто не забирает, просто расплачиваетесь за что-нибудь. Получается, 2000 долларов не прибавляется, то есть она не накапливаемая. Я не знаю даже, как по-русски правильно называется такая карта. Получается, просто каждое первое число у вас 2000 долларов. Что? Потратить, да. Надо успеть потратить. Так, следующий уровень – это Crown Master. От 60 до 80 тысяч долларов доход в среднем. Также круиз, денежки 250 тысяч долларов дают как премию. Корпоративная карта, где уже будет 5 тысяч долларов ежемесячно. И машина люкс-класса. Так, здесь, кстати, еще... здесь у меня на слайде нет. Но Royal Master получает еще денежки на машину тоже, то есть на аренду автомобиля. Каждый месяц ему выплачивается определенная сумма на аренду автомобиля, точно не помню какая. Получается, Crown Master получает машину люкс-класса уже в подарок. Так, Imperial Master, максимальный уровень, получает также круиз, машину люкс-класса. Так, если не ошибаюсь, стоимостью примерно 70 тысяч долларов. Корпоративную карту, на которой будет уже 10 тысяч долларов ежемесячно. Так, деньги на аренду офиса. Порядка 2000 долларов вроде бы. Так, зарплата для ассистента, также будет зарплата для водителя и кучу денег, миллиард вон. Миллиард вон – это примерно 900 тысяч долларов. То есть там вывозят на такой тележке большое количество денег. В июле будет награждение двух империал-мастеров Кореи. То есть в этом году два новых империал-мастера. Да, две тележки вывезут. То есть это по мастерству, по наградам, по деньгам. Теперь еще раз наглядно, что нужно, чтобы стать бриллиантовым мастером? Вам нужно по два мастера продаж слева и справа. Если у вас есть по два мастера продаж слева и справа, то вы становитесь бриллиантовым мастером. Круто. Далее. Если у вас есть слева и справа по два бриллиантовых мастера, то есть, соответственно, у них слева и справа либо по два мастера продаж, либо еще выше уровня, то вы становитесь мастером Шаронской розы и так далее. Чтобы стать стармастером, там появляется следующее условие. Вы должны три раза пройти квалификацию Шаронской розы. Потом вы уже можете стать стармастером. И там, получается, до стармастера можно прыгать через уровни. Теоретически человек, сразу как откроется страна,